Добрый день! Мы находимся в Турции, Анталии, Сиде. Сегодня 18 декабря, продлили себе лето. Вот так сейчас выглядят турецкие пляжи. Все пустые, народу никого. Ходим, гуляем, отели закрыты. Раздолье, ходи где хочешь, делай что хочешь. Вода супер, погода сейчас, наверное, градуса 22. Вот ракушечку нашла живую. Был шторм, наверное, ночью. Вот очечки я приобрел, так сказать, хороший Adidas. Наверное, у кого-то снесло, вытянуло. Но надо забрать. Люди ходят с этими. Ищут золото, как они называются, аппараты, металлоискателями. Тут вон, вот, дальше тоже. Погода супер. Идем к своему пляжу, где мы уходили сейчас вот сюда, вот на дамбу. Тут рыбаков море. Сети смотрят. Затем там вот за этой дамбой впадает речка. Там в этой речке пресноводные лебеди плавают, какие-то утки. Короче, все здорово. Прям кайф, что никого, ничего. Ходи, отдыхай. Как вода, Наташа? Не теплая, прохладная. Так теплая или прохладная? Прохладная, холодная. В общем, теплая. А я уже искупался. Шум прибоя. Одни. Хорошо в декабре ездить. Цены сразу снижаются. Ну да. Народ уезжает. Почти весь уехал в народ. Так что вот так. Приезжайте в декабре. Мы думаем через месяц снова сюда вернуться. Но в другой отель. Мы сейчас живем Примасол Хавгарден. А хотим поехать. Рядом с нами прямо находится отель Краун Палас. Дюжи его хвалят. Там, говорят, среда. У них каждую неделю рыбный день. Куча. Мы с женщиной разговаривали, но и отзывы я читал. Куча раков, крабов, морепродуктов на ужин. Просто, говорит, дуром заваливают, что съесть всеми невозможно. Ну и народу, конечно, мало. Это отображается на количестве. У нас тоже рыба каждый день, 2-3 вида. И копченая, и жареная. Мясо, баранина, говядина. Тоже вида 2-3 всегда. Насчет еды, в принципе, не жалуемся. Ага. Ну да. Ладно, всем пока. Приезжайте в Турцию.